Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Сегодня в передаче вы снова присоединитесь к пастору Бенни в его служении в Киеве, столице Украины, в третьей стране, которую он посетил во время своей поездки в Европу. Он стал ключевым спикером на огромной конференции, на которую прибыли служители церкви и студенты библейского колледжа из более чем 100 стран. Я хочу из лучших своих способностей объяснить вам, откуда берется помазание. Я хочу помочь вам понять, как работает помазание. So God can use you. Чтобы Бог мог использовать вас. На втором из двух служений, которое провел пастор Бенни, он учил более чем полтора часа о помазании, делясь знанием и мудростью, которые он получал на протяжении 40 лет служения, чтобы присутствующие могли взять эту информацию и применить ее, когда приедут к себе домой. И сейчас давайте присоединимся к пастору Бенни. Вы услышите ключевые моменты послания, станете свидетелями того, что произошло в огромном собрании, когда помазание начало касаться жизни людей невероятным образом. A big difference between the presence of the Lord and the power of the Lord. Большая разница между присутствием Господа и силой. The presence of the Lord. Присутствие Господа. That came in at salvation. Которое пришло во время спасения. Manifests. Проявляется. Ah, there's a big word here. А, это большое слово здесь. He manifests. Он проявляется. Himself to us. Себя нам. We don't feel him. Мы его не чувствуем. There's no feeling in that manifestation. В этом проявлении нет чувства. Manifest means he becomes more real than yourself. Проявление обозначает, он становится более реальным, чем ты сам. It's spiritual. Это духовно. The presence of Jesus causes me to be, but the power of Jesus causes me to do. Присутствие Иисуса побуждает меня быть, а сила Иисуса побуждает меня делать. The presence of Jesus. Присутствие Иисуса. It's so powerful, оно такое сильное, that in His presence we lose sight of ourselves. Что в Его зрении, когда мы зрим Его, мы теряем вид самих себя. This is very important. Это очень важно. When you lose sight of yourself, когда ты из виду теряешь себя, that's when the glory of God really takes over. На самом деле, вот тогда the presence of God nourishes me. Потому что присутствие Бога вскармливает меня. Why do I need the power? А зачем мне нужна сила? The power is a witness. Сила есть свидетельство to others. Другим. So, through his presence, I know him. Поэтому через его присутствие я знаю его. Through his power, I can present him. А через его силу я могу презентовать. The presence of the Lord cannot be transferred. Присутствие Господа нельзя передать. Nor does it increase and decrease in my life. И оно не может умножаться или уменьшаться в моей жизни. The presence of God is in my life at 100% capacity at all times, night and day, whether I'm asleep or whether I'm awake. Присутствие Господа находится на 100% уровне на протяжении всех дней моей жизни, то ли я сплю, то ли я не сплю. Jesus is one with my spirit, and my spirit is one with Him. Иисус един с моим духом, мой дух един с Ним. And he abides in me forever. И он пребывает во мне вовеки. Amen. Аминь. Now, can I switch and talk about the anointing? Могу я переключиться и говорить о помазании? Are you ready now? Вы готовы теперь? Okay. The anointing hides in the presence. Помазание прячется в присутствии. You keep worshiping like this. Если вы будете продолжать так поклоняться. In a few minutes. Несколько минут. Everything changes. Все поменяется. I'm proving what I'm teaching. Я доказываю то, чему учу. Is Jesus becoming real right now to you? Становится ли Иисус реальным для вас сейчас? If he is, если это так, wave at me. Помашите мне рукой. Yeah. Now, here's what happens to me. Вот что происходит со мной. Sometimes the presence of the Lord is so real, it's beyond description. Иногда присутствие Бога так реально, но не поддается описанию. And at that moment I surrender. И в этот момент я подчиняюсь. When I sit on a chair, когда я сижу на стуле, I don't check the legs. Я не проверяю ножки. I don't do that. Я этого не делаю. I don't make sure it's я не пытаюсь убедиться, что они там. I just
relax. Я просто расслабляюсь. That's it. Это все. I simply relax. Я просто расслабляюсь. And when I relax, и когда я расслабляюсь, pow! The minute I relax, минуту, когда я расслабляюсь, he acts. Он действует. Here's how the anointing works. Вот как помазание работает. I'm telling you, this is the simplest way I can say it. Я вам скажу самым простым путем, как могу. You must become a child again. Вы должны стать как дитя снова. You must completely trust him. Вы должны полностью доверять ему. You cannot figure it out. Вы не можете это сами додумать. You cannot work it out. Вы не можете сами это произвести. It's not about planning, it's about surrender. Это не о планировании, но о... The power is released. Сила высвобождается. When I surrender. Когда я подчиняюсь. The presence of God is forever. Присутствие Бога навеки. But the anointing on me is only when I minister. Но помазание силы только тогда, когда я служу на мне. Hold this for me, will you? Подержи секундочку. Я покажу вам. It's like a jacket. Это как костюм, как пиджак. I minister. Я служу. It rests. Оно покоится на мне. And I minister. И я служу в нем. Under the mantle. Под помазанием, милостью. Called the anointing. Называется помазание. When I'm done ministering, когда я заканчиваю служить, it lifts. Оно уходит. Now sometimes, иногда, if the anointing is very heavy, если помазание очень сильно, тяжко, thickens and it has longevity. Оно увеличивается и оно еще долго может пребывать на тебе. So when I walk out of the service, и даже уходя из служения, it will actually linger on me for a few more minutes. Оно еще какое-то время на мне ощущается. I've known times when that anointing lingers for at least an hour or two. Literally, I've seen that happen with me. Было такое со мной, когда целый час-два после этого еще помазание сильно на мне было. The deeper it is on me, the longer it stays with me. Потому что чем глубже оно во мне, чем дольше оно во мне остается. The anointing of God, помазание Бога, is like my jacket. Это как мой пиджак. God will clothe you with it. Бог оденет тебя в него. When you minister, когда ты служишь. And only when you minister. И только когда ты служишь. Yet the anointing that is in my heart, однако то помазание, которое в моем сердце, to the presence of Jesus, которое is непосредственно связано с самим присутствием and Иисуса, that's the anointing оно вечно. That protects me. И это то помазание, которое меня защищает. Пожалуйста, слышите это. Protects my Christian life, помазание, которое защищает мою христианскую жизнь, is in my heart. Это то, что в моем сердце, которое связано с Божьим присутствием. The anointing on my office, помазание на моем посту служения, is to make me a witness, это чтобы сделать меня свидетелем, to minister to others, чтобы служить другим, bring healing to the sick, нести исцеление больным, salvation and спасение, deliverance, избавление, to the oppressed, угнетенным. And that's the anointing. И это помазание. God wants to release here today. Которое Бог хочет высвободить здесь сегодня. Are you ready to receive it? Вы готовы принять его? Something I have to obey. Когда Господь говорит мне что-то делать, я должен слушаться. Pick him up. Pick him up. Bring that man back. Hallelujah.
come up. Just lift your hands and pray in the spirit. Просто поднесите, вознесите руки и молитесь в духе на языках. There's healings taking place here. Исцеление происходит. Come here, guys. Watch them. Bring them here, both of them. Lift your hands and ask him to anoint you. Поднимите руки и просите, чтобы он помазал вас сейчас. This guy, this girl, all four of them, quickly. That's the power of God here. People, all of you, lift your hands and pray out loud in the Holy Spirit. Come on. Dear Jesus, give me the praise. Lift your hands and pray, come on. Out loud. Молитесь, вслух, молитесь. Alexander, come here. Just a second, секундочку, guys. Секундочку. There is a mighty anointing here. Есть могучее помазание здесь. I want you all who are sick in body. Все, кто больны в телах. And those who are not sick in body. И те, кто не больны. To lay hands on yourself. Положите на себя руку сейчас. And pray out loud in the spirit. И помолитесь вслух на языках. Now. Сейчас. Твой народ, Господь! Исцели Твой народ, Господь! Исцели Твой народ, Господь! Во имя Иисуса! Многие из вас чувствуют помазание на теле, исцеляющее вас. If God is healing your body, если Бог исцеляет ваше тело, come out of your seat, выйдите из своего места, stand on the left of the platform quickly, встаньте на ту сторону платформы, keep praying, продолжайте молиться, there are people with arthritis here,
Есть люди с артритом there здесь. Are people with pain in their body. Есть люди с болью в теле. All you have to do is release your faith. Все, что вам нужно сделать, это высвободить веру. Move your legs. Двигать своими ногами. Move your arms. Двигать своими руками. Move your neck. Двигать свои шеи. Bend down and touch your toes. Коснуться своих пальцев ног. Высвободите свою When веру. You release your faith, когда вы высвободите веру, the pain will leave you. Боль уйдет от вас. And when the pain leaves you, и когда боль уйдет, Then come and stand over here. То придите и встаньте туда, на ту come сторону. Come stand on the left of the platform. Встаньте с левой стороны платформы. The rest of you. Все остальные. Lift your hands and pray in the Holy Ghost. Поднимите руки и молитесь на языках. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Bring them one by one quickly. Randy, just one by one quickly. Pastor, this woman had pain in her spine from top to bottom. And she was besides healed. Besides the healings, there's a tremendous anointing on the people. Кроме исцеления, есть еще помазание людей. Что там с женщиной? She could not walk at all, Pastor. Now she's walking. In the name of Jesus. In the name of... Listen, listen. In just a minute... Через минуту. The anointing of God is going to fall on this whole place. Помазание сойдет на всю аудиторию. Вы готовы? Bring the third one here, quick. Третьего видите. With the red shirt. What happened? Pastor, this lady could not even move her leg and walk. Она не могла двигать ногами. That's the power of Almighty God. How about that one behind her? You tell me. Come on, brother. What happened to her? Что с ней случилось? Dear Jesus, dear Jesus, dear Jesus, dear Jesus. Dear Jesus, dear Jesus. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei. Pick up the key, pick up the key. Yes, Randy. Pastor, she had a disease in her liver and the pain just left today. Боль в её печени, a disease in the liver, it's gone. Боль, инфекция в печени ушла. She had heart problems and the pain left. Боль ушла. Сердце исцелено силой всемогущего Бога. Pick up the key, pick up the key, pick up the key. Take him down, take him down. Pick up the key one more time. Lift your hands and bless him. Поднимите руки и благословите его. For the Lord God. Could not speak. Эта девочка не могла говорить. Now she couldn't speak properly. Yeah. Now Правильно. She's speaking. А теперь она говорит. Give the Lord a mighty shout of hallelujah. Воздайте Господу славу, аллилуйя. Randy, what's going on? He had a lot of pain in his stomach, and the anointing just took the pain. Послушайте, Господь хочет исцелить вас сегодня и освободить, потому что в Его присутствии болезнь не может существовать или находиться. Поэтому поверьте Богу прямо сейчас, что Он исцелит вас. Я приехал сюда, чтобы помолиться с вами. Я сейчас в Италии, кстати, в Милане. Только приехал из Израиля. Это было удивительное время. И я хочу помолиться с вами прямо сейчас, чтобы Господь исцелил вас, и вы были здоровы. Драгоценный Иисус, я прихожу и молюсь в Твое святое имя. Убери всякую болезнь. Господь, убери эту болезнь и боль во имя Иисуса. Я запрещаю этой болезни. Только что женщина была исцелена от опухоли мозга. Лиса. Нас смотрит Лиса. Врач сказал вам, что у вас опухоль в мозге. Дорогая, Господь исцеляет вас. Спасибо, Господь. Сильная боль в пояснице. Полностью исцелена. Рак печени. Я запрещаю тебе во имя Иисуса. У кого-то инфекция в правом ухе. Господь исцеляет ее тоже. Господь, исцели каждого человека.
который призывает Твое драгоценное имя. Да, чудесный Иисус, я воздаю Тебе хвалу. Есть женщина, у вас травма. Вы были на лестнице по какой-то причине, вы упали, и у вас очень сильная травма бедра с левой стороны. И сила Божья только что прошла через вас. Отец, я воздаю Тебе хвалу за каждое чудо, во славу Твою и честь, и народ Божий да скажет аминь. Спасибо, что вы мои друзья и партнеры. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас, дал процветание, избыток во имя Иисуса, и увидимся завтра. До встречи! Артрит много лет. Еще один артрит. Когда я пришла сюда, у меня были невыносимые боли. На протяжении 4 лет эта болезнь мучила меня. За меня помолились, и Господь исцелил меня. И я верю, эта болезнь никогда больше не вернется ко мне. Аллилуйя. Господь, пусть никогда не вернется. Никогда не вернется во имя Иисуса. Я хочу воздать Господу всю славу, всю честь и хвалу.